Многие мигранты нашего города остались без работы и оказались в трудном положении из-за коронавирусной инфекции. Поддержать семьи решили продуктовыми наборами. Представители этого мигрантского сообщества, многие остались без работы, многие работали на вещевых рынках, торговых центрах нашего города, но сейчас находятся в силу объективных обстоятельств без работы. Мы сегодня решили помочь этим семьям довести продуктовые наборы. В благотворительной акции приняли участие представители Азербайджанского культурного центра Бурятии, Тувинского землячества НСА и Таджикский культурный центр Ватан. Продуктовые наборы развозили на личном транспорте. Администрация города, комитет по социальной политике, что вот это вовремя включились в эту акцию и помогает всем, кто нуждается. Каждая диаспора поддержала по-своему, то есть скомплектовали наборы по своим возможностям. Вот. По нашим наборам у нас получилось по 9 наименований, но самые необходимые – крупы, рис, сахар, растительное масло. Так, что там еще было, тушенка и так далее. В свою очередь, те, кто получил продуктовые наборы, были очень благодарны за отзывчивость и беспокойство. Я от семьи большое спасибо скажу, потому что они заботятся о людей, они о людей здоровья. Не только города, просто будущее они заботятся, чтобы наши дети были здоровы и счастливы. Отмечу, всего поддержку в виде продуктовых наборов получили 30 семей. Андрей Слепнев, Даниил Дурхисанов. Новости дня.